all this selflessness, just to please Radha and Krishna. If you come with some personal desire, it doesn't work there. That's the abode of divine love. Больше всего на свете духовный учитель хочет, чтобы мы вернулись обратно домой к Богу, но квалификация для того, чтобы попасть туда, является бескорыстие. Если мы хотим что-то для себя, то это не сработает там. Там мы должны хотеть только удовлетворить Радху и Кришну. If you go back in the spiritual world, you have some material desires, it affects the mood there, because everyone loves Krishna more than anyone's ever been loved before. If you're still looking in the mirror, I'm looking good. Если вы вернулись в духовный мир, сохраняя какие-то собственнические желания, то вы бы осквернили все настроение духовного мира, потому что там все любят Кришну больше, чем кто-либо кого-либо любил на этом свете. А если вы до сих пор смотритесь в зеркало и думаете, что «Ой, я так хорошо выгляжу», это не сработает там. There's that saying, to enter into fire, you have to be like fire. Существует поговорка, что для того, чтобы войти в огонь, мы должны стать подобными огню. Точно так же, для того, чтобы войти в духовный мир, вы должны стать полностью чистыми. У вас не должно остаться никакого «я», «мне» и «моё». Just like when you're making pottery, точно так же, как если вы занимаетесь гончарным ремеслом. When you take the clay and you make it into like a, I want to call it a dough, but it's not a dough because that's bread. You make that clay very soft and you knead it like this. You get all the air pockets out. И вы берете глину и вы начинаете замешивать ее. Because if you take the clay pot and there's air, little pockets of air in that pot, you put it in the kiln to fire it to make it strong. Those pockets of air will explode. You'll see your cup or your bowl. So in the same way, we have to get rid of lust, anger, and greed because it doesn't work in the spiritual world. Out, go back to Kiev. И вы замешиваете глину для того, чтобы из нее вышли все пузырьки с воздухом. Потому что если они останутся, то когда вы поставите свое изделие обжигаться в печку, то оно взорвется. Точно так же, если мы хотим попасть в духовный мир, то мы должны убедиться в том, что все вожделение и зависть ушли из нашего сердца. А если этого не произошло, то нас отправят обратно в Киев. It already happened one time. Это уже единожды случилось. Originally we were in the spiritual world, according to our teachings. It's a hot topic. GBC and my good friend Gopi Paramahana Prabhu from studying Brihad Bhagavatam. We were there, but what happened? At one point, what about me? It's not about me, it's all about you, Krishna. И согласно нашим учениям, конечно, сейчас это очень горячая тема для обсуждений, но мой духовный брат, Гопи Паранадхана Прабху, изучив Брихад Бхагаватамриту, сказал, что все мы произошли из духовного мира. И в какой-то момент мы просто возжелали что-то для себя, а не для Кришны. We don't want to be the master, we want to be the servant. Но мы не хотим быть хозяевами, мы хотим быть слугами. There's something wonderful about being the servant of a glorious master. Есть нечто замечательное в том, чтобы являться слугой прославленного хозяина. My dear godbrother Gaurijan Prabhu, many years ago, he wrote a book about Prabhupada, and he entitled that book, My Glorious Master. И мой духовный брат написал замечательную книгу о Шриле Прабхупаде, которая называется «Мой прославленный господин». When the disciple takes pride in being the disciple of a particular personality, and ultimately we take pride in being the servant of the divine couple, Radha.